Так, слушай, паренек, ты тут, может быть, как-то и крутой в своей местной банде, но мы тоже это не пальцем деланные. Приветствую, дорогие зрители, вас в таком неприятном, мрачном и жутком месте. Это Vampire the Masquerade Bloodlines, и мы продолжаем помогать нашей плотоядной коллеге Пише. По правде говоря, нас мало что с ней объединяет в этом плане, конечно. Я питаюсь исключительно кровью, хотя, учитывая тот факт, что гангрелы, они как бы тоже животные по своей натуре, да, у них много и с оборотнями общего, я думаю, что... Хотя нет, плотью явно не питаемся. Так, в этой серии нам необходимо проникнуть опять-таки в музей естественной истории. Хотя Пиша и сказала, что, скорее всего, этот идол... Нет, она даже сказала, что она абсолютно уверена, что этот идол был похищен вместе с саркофагом. Я все же не верю этим словам и хочу сам убедиться в том, что его там нет. Слишком вкусный уже этот артефакт, который она нам даст, чтобы от него отказываться. Так, кстати, я хотел нажать клавишу M, посмотреть карту, естественно. Здесь она не работает, потому что карту мы можем смотреть только на остановке. Так, где, кстати, этот музей естественной истории? Так, троечка. О, так мы возле него находимся прям. Ребят, мы прям возле него. Заперто. Так. Его так и не открыли до сих пор. Ладно. Пройдем по канализации. Почему бы на выходе крыской не перекусить? Так. Троечка. Угу. Так, нам сейчас налево, правильно? Потом еще раз налево. О, еще раз налево. Хорошо, я попал. Так, назад, значит, нам надо идти, да? Да. Так-с. Блин, заперто. Точнее, нельзя взаимодействовать. Так, я здесь. Ах. Так, Бэшка. А нам не Бэшка случайно нужна? Походу, Бэшка, да. Как раз то, что надо.
Правде говоря, после того, как мы там были и кражи саркофага, здесь, наверное, все копы сейчас на ушах. Вообще ненавижу это место. Здесь, блин, столько полицейских на квадратный метр. Здесь, по-моему, что-то поменялось с момента нашего последнего визита, нет? Я хоть туда попал вообще? Да, вроде бы туда. И бляха. Больно. Все не должно было закончиться так. Это что ж такое? Так. По этой арматуре не можем полезть, нет? Нет. Я, в принципе, на карниз я что могу вылезти. О. Нормально. Так. О. В греческом зале, в греческом зале. Что это там? Это что такое? Ребят, я, честно говоря, не пойму, что это такое. Оно не взаимодействуется. Пентаграмма какая-то горит. Ну, не пентаграмма, я имею в виду, а глиф какой-то загорается. Ничего не въехал. Зайти сюда надо, нет? Тихо. Только не падай. Не, ну это ж неспроста там это дело. Что это такое? Может, на него как-то можно повоздействовать дисциплинами? Нет, нет, нельзя. Абсолютно никак. Спрыгнуть на сцену, может быть. Так, отсюда мы пришли, да? Да, зашли явно не там, где надо. Это главная дверь. Да что ж такое? О-оу. У нас проблемы, Хьюстон. Нет, все нормально. Так, ребята. Просто я вот сейчас вспоминаю, поскольку ту серию тоже давненько писал. Мы... Нас князь просто направлял тогда в этот Истор-музей. Мы ехали на такси туда. И теперь мы, естественно, попасть туда никак не сможем. Блин, ёлки-палки, а. Никак. Просто никак. Фак. Это не тот музей, куда нам надо.
Давайте уже, коль здесь все равно осмотримся. Что здесь интересного? Компьютер. Блин, нерабочий, да? Вот здесь может быть рабочий, нет? Да. Ай, театр. Help. Ой, что я ввел? Названия меню указаны в скобках. Так, не, да понятно, но здесь ничего нету. Кьюит, выход. Абсолютно ничего нету. Здесь ничего нет. Что-то там вот наверху, то, что мы должны были бы забрать, но что-то такое, я по правде сказать не могу. Вообще без понятия. Ну, давайте еще раз залезем наверх. Да что ж такое, блин. Подсвечивается ж. Какой-то предмет, может быть, нет? Нельзя использовать. Катаной нельзя разрубить. Нет. Получается, что мы сюда пришли зря. Абсолютно зря. Так, а туда запрыгнуть тоже, наверное, не получится. Не. Ладно, обидно. Честно. Ну, если такое дело, здесь уже сама механика игры предусматривает, что мы никак не можем вернуться в тот музей естественной истории. Вот как раз игры такого плана, вот именно как вот эти вампиры, приучили меня в большей степени проходить сначала второстепенные квесты, а потом уже только идти по основной сюжетной линии, дабы таких вот конфузов как раз таки не было. Сейчас поговорю с водилой, но
вряд ли он нас отвезет опять в музей. Дальше отсюда. Так, Санта-Моника, Голливуд, Даунтаун. Да. Да, все. Путь в музей нам закрыт, ребята. И переигрывать мне, по правде говоря, не особо сильно хочется. Поэтому останемся без этого квеста. Так, хорошо, ну что, не забрасывать же нам игру. Что у нас еще остается? Lucky Star, Карнавал Смерти и задание встретиться с бароном Голливуда. В общем, все дороги ведут в Голливуд. Поэтому, ребята, поехали в Голливуд. Where to? Да просто поезжай. Seen you here before. If I haven't seen you, neither has Isaac. So that's your next stop. Ну, вообще-то, как раз я к нему-то и направляюсь. Isaac's in the jewelry store at the end of the street. Consider yourself invited. Так, ну нам, в принципе, туда и нужно. Red Spot. Да, ребят, кто не знает, кто не видел, вот так вот он выглядит, Голливуд. Можете обратить внимание. Размыленные текстуры, все такое старенькое, пошарпанное. Не думайте, что там так хорошо живется, а ну, отнюдь не так. ASP Home. Красненьким горит. Мы сюда обязательно зайдем. Checks cashed. Best bug. О. Vesuvius. А сюда надо будет в обязательном порядке заскочить. Здесь очень горячо, ребята. После 8 вечера только, поняли? И строго 18+. Это что такое вообще за дверь? Так бы должна здесь быть. Так, хорошо. У нас много вопросов в Голливуде надо решить. Давайте по порядку. Ну да, встретиться с Исааком надо. И Lucky Star найти заодно. Тут стоишь, скучаешь, а? Много свидетелей, ладно. Пока пропустим. Прям глаза разбегаются, не знаю, куда идти, друзья мои. Вот это крутяк. Вот, кстати, Lucky Star. Но поскольку он у нас уже по пути, давай заскочим сюда. Так, я хотел осмотреться. Feel free, man. This is a treasure trove of human banality. Working here, you meet lots of types, man. You get stories, you get characters, you get, like, you know, this is kind of place where writers go to study human behavior, man. It's invaluable. А, он так подумал, что мы тоже какой-то писатель, сценарист или кинорежиссер. А чё, ты писатель?
That's screenwriting. Like, I encapsulate the essence of excellent film in my scripts, all right? Like, I'm like a blacksmith with pens, all right? I'm a welder of montage. Не знаю, как ты пишешь, но нелепости говорить умеешь. Я думаю, этот парень сейчас обидится и никуда нас не пропустит, если мы такую реплику уберем. О чем ты пишешь? Давайте его спросим. Does a writer write, or does he just, like, ink the flotsam and jetsam floating in his subconscious into a 120-page piece of film genius? But, you know, most of my subconscious is filled with old horror films, so that's what I write mostly, I guess. Фильмы ужаса? Me? I'm like looking to redefine the vampire movie, okay? Like, tons of people make vampire flicks, or popular characters, but me, I'm gonna be doing the real deal. Like, not only is it gonna be scary, but it's gonna be like, it's gonna be believable. Vampire? Well, in my story, it's not like about garlic and bats, okay? It's about vampire societies and stuff, you know, like, what would vampires be really all about? I mean, how do they blend into society without being discovered? Мне кажется, ты слишком близко подходишь к истине, молодой человек. А ты должен умереть? Да нет, спасибо. Мы спасем маскарад. Ладно, живи пока. Если я сейчас здесь еще устрою, блин, кровавую винде, то это не сильно хорошо будет. Допотопный компьютер Макинтош. Ух ты, блин, ребята, это тот самый джойстик. Ё-моё. Крутяк. А чё воды, водички нету? Я хотел поплавать. Так, в какой же он там этот, в каком номере? А, ну ключ подойдет. Вот, да? Нашли. My work is done. Сукин сын, я его видел. Блин, он убил этого парня. И выскочил в окно. Где, кстати, тело делось? Вылетел сквозь текстуры, походу. Так, хорошо, задание обновилось. Что нам дают? При помощи ключа, найденного на месте убийства в Даунтауне, вы зашли в номер отеля Lucky Star. Как раз вовремя, чтобы увидеть, как серийный убийца выпрыгивает в окно. Ну, так а Дурбин, блин. Вы наконец нашли грязного Майка, но вряд ли получите из этого вознаграждение от Килпатрика, так как Майк стал следующей жертвой серийного убийцы. Видите, ребята, как интересно здесь пересекаются квесты, так... Не, на самом деле это очень классная RPG-шка такая.
довольно интересная. Не смотрите на графу, не смотрите на какую-то эту замкнутость, коридорность происходящего. На самом деле очень интересная игра. И каждому я советую ее пройти. Так, ну что теперь? Выпрыгнул в окно и никаких зацепок, да? Кстати, я там что-то забыл взять. Стоп, там же ж был ключ. Какая-то карточка. Brothers Salvage. Братья Салваги какие-то. Салаги. На месте преступления вы нашли визитную карточку свалки в Санта-Монике. Надо будет туда заглянуть, кстати, на эту свалку. Интересно, убийцы на месте преступления оставляют всякие вот такие вот визитные карточки, указатели, улики. Ой, как предусмотрительно. Так, отлично, у вас здесь местечко, спасибо, я хорошо осмотрелся. Так, надо заскочить все-таки побеседовать с Исааком, и, наверное, на этом серию мы закончим. Так, в конце улицы он вроде где-то, да? Тут тоже что говорит. Except my sense of humor is a little askew, you know? Conflict just cracks me the hell up. Так, слушай, паренек, ты тут, может быть, как-то и крутой в своей местной банде, но мы тоже это не пальцем деланные. Ладно, пойду навещу его. Давай, сиволапый. За то, что мы заскочили в Lucky Star, видишь, раньше времени, он тут обиделся, видите ли. А ну давай спарринг с тобой устроим, давай посмотрим, что ты тут нам предложишь. Зря стараешься. Тьфу, так я не понял. Ты будешь со мной драться или нет, сыкло? В конце переулка. Я туда, в принципе, и направлялся как раз. Тройка, ребята, вот он, отсылочка фирме-разработчику. Тройка Games. Ювелирная лавка его. Но мы напрямую зайти не сможем, нам придется обойти. И зайти с черного хода. Что ты здесь делаешь, мужик? Мистер Исаак, я так понимаю, да? Очень приятно с вами познакомиться. Good evening, Neonate. Isaac Abrams. I've been expecting you. Seems the wooden soldiers of the Camarilla shuffle in a little too often these nights. That baby-faced two-bit prince LaCroix got something to say to me? Я так смотрю, что к LaCroix вообще все слои общества недоброжелательно относятся, и Камарилла буквально трещит по швам. Это ты мне скажи, один из твоих громил направил меня сюда. Very courteous of you to stop by. All kindred that enter my domain are expected to introduce themselves. It may seem like an outdated formality, but it serves its purpose. Так, и что же это за цель? It gives me the opportunity to personally welcome visitors to my domain. It also helps to establish an understanding in advance, so that there are no unfortunate accidents while they are in town. Разве не LaCroix князь Лос-Анджелеса? Почему ты называешь его своими владениями? Так, какого рода взаимопонимание должно между нами возникнуть? А ну давайте за LaCroix спросим. His reach in Los Angeles far exceeds his grasp. Prince, don't make me laugh. Prince is a title, an outdated and absurd bit of jargon given to any fool that would scheme hard enough for it. I don't recognize it, and neither will any kindred under the protection of this barony.
Смелые действительно слова, это правда. Надеюсь, у тебя есть чем их подкрепить. Меня не интересует ваша политика, я просто занимаюсь своим делом. I don't fear LaCroix. Nor do I give a damn about his jackboot sycophants and court jesters. Let them all come to Hollywood. It would be a battle sequence worthy of Kurosawa. Мне без разницы. Блин, вот здесь получилось в диалоге так вышло, что я просто поинтересовался, а вышло так, как будто я, не знаю, сторонник князя, что ли. На самом деле это не так. Мне без разницы. Before you go, there is the matter of tribute. А Дани? Call me old-fashioned, but this is my barony, and as is tradition, a token of respect must be paid. Так, я думал, у нас будет более конструктивный разговор идти. Чё ты хочешь вообще? А если я откажусь, вот действительно? Young ones, so impertinent and crass. Glad to see the rebelliousness of youth lives on. But you put it away when you step in this office. You might enjoy this. Ну, если это будет достаточно привлекательно для меня и будет иметь обоюдную выгоду, давай, я готов тебя выслушать. Да ладно, а что мы двоечкой можем сейчас выбрать еще и подраться с ним? Ладно, что тебе нужно, давай. What I want is a simple exchange. Last week I paid for a certain item, a movie, and this evening I got an email saying that the seller is ready to deliver it. Unfortunately, he's become a bit paranoid all of a sudden. Won't meet me in person, won't drop it off, won't even answer his phone. Says he'll send the location of the pickup to a computer in the nearby internet cafe tonight. You see where I'm going with this? Так, он хочет, чтобы мы направились на встречу. Хочешь, чтобы я убил его за просроченную доставку? Боишься, что это засада, поэтому посылаешь меня? Фактически так оно и есть, третий вариант ответа. Look for a directory named Joseph K and use the password Kafka. There'll be an email in there that will specify a nearby location. Meet the contact, pick up the item, come back. Not too painful, right? Так, территория Джозеф и Кафка. Отправляюсь туда немедленно, а потом обсудим мой вопрос. Я сделаю это, но сначала у меня есть пара вопросов. Тебе это нравится, да? Смотреть, как люди танцуют по твою... Так, я сделаю, у меня есть вопросы. Ах ты ублюдок. Советую, чтобы так оно и было. Доставка посылок еще не приходилось таким заниматься. Мне пора. Excellent. In the meantime... Consider yourself a welcome guest in my barony. Welcome to Hollywood. Как ты сразу заговорил-то, а? Вот же ж, блин. You made good time. Hand me the item. Я еще не забрал кассету. Вернусь, когда она будет у меня. Ой, точно, чуть не забыл. Сейчас же пойду и заберу. Так, ну что, друзья мои. Пожалуй, наверное... Поисками кассеты мы займемся в следующей серии. Ой-ой-ой-ой, что тут творится уже? Предметы по хате летают. Не к добру. Я благодарю вас за внимание и до скорых встреч на канале. Всем пока.